Movie. Всем хай! С вами Джон, и сегодня мы будем с вами играть в игру, которую каким-то хреном я пропустил. Как так? Ведь это же Boxman's Struggle. Это тот же самый Getting Over It, только про коробку. Короче, вся суть осталась точно такая же. Мы будем стремиться к высоте величайшей и будем падать в дно, где мы обычно с вами находимся. Просто так совпало, что я совсем недавно выпустил спидран по Getting Over It, который, как всегда, закончился провалом, но успешным провалом. Это как у меня обычно бывает. У меня вся жизнь — это успешный провал. Вот, смотрите, тот же самый чувак находится в этот раз в коробке. Он, короче, решил пойти дальше. Используйте мышку, чтобы начать прыгать. А, я понял. То есть мы вот так делаем. Вы также можете прыгать от стены. Хоп, хоп. В целом, довольно-таки просто. Игра, видимо, не будет такого челленджа представлять для меня. Я же говорю, я заспидранил криво, но заспидранил Getting Over It. Никто от меня этого не ждал. Никто, блин. Ты даже уровень похож. Тихо, стоп, 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 стоп. Стоп. Есть, все. Здесь хорошо то, что рука в какой-то момент отдыхает. Вот в Getting Over It такого не было. Тебе приходится постоянно ее крутить. А здесь ты можешь на секунду расслабить, пока коробка летит. И планируешь пока просто действие дальше. Так, и направо, да? Ой, блин, нет, 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 нет. Игра, наверное, и вы в том числе ждете, что я такой буду весь сейчас бомбить. Не, я не планирую эмоции, знаете, симулировать. А-а-а, какой ужас. Если игра взбесит, я вам четко, честно дам об этом знать. Вот здесь, как сейчас чувак расположен в этой коробке? По идее, у него голова вот в эту сторону сейчас торчит, да? А, то есть, это что у него? Ноги или задница? Каким образом он отталкивается? Что заставляет его прыгать? Вот! Эй, погоди, стоп, стоп, стоп! Скользкий холодильник! Давайте аккуратненько так подпрыгивай. Ип, 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 ип. Хорошо, у нас получилось. Но видите, что происходит? Видите, что происходит? Внизу пропасть и риск начать заново. Пожалуйста. Черт! А, прям на вилку! Но тут правильно говорят, знаете, даже если ты очень спокойно себя чувствуешь в начале игры, все-таки некая доля фрустрации начинает пробиваться, знаете, как чужой, который вот-вот вылупится из себя. Он потихонечку начинает вот отсюда, знаете, такой... Это неизбежно. Ведь ты хочешь победить. А когда ты не можешь победить, то ты бесишься. Пусть чуть-чуть, но бесишься. И каждый раз по чуть-чуть, это как коцать по одному хп. Рано или поздно ты все 100 хп раскоцаешь. И тогда начнется сатанинская фрустрация. Пока что моя фрустрация ощущается внутри моей руки, которая управляет этой коробкой. Потому что сначала она вроде была очень расслаблена, а сейчас она все больше и больше начинает напрягаться. Ладно. Теперь рука заразила остальную часть тела немножечко. Раз, раз, раз. Раз, раз. Тупая физика. Туп. Есть. Скользкий холодильник. Тихо, тихо. Скользкий холодильник. Это наш враг. Лайн. Лайн. Почему не получается? Давай, вот. Слушайте, иногда... Слюни текут. Иногда он прыгает прям очень хорошо, а иногда просто не хочет прыгать. Коробочка, коробочка. Есть. Есть! Стой! 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 Нет! А, спасись! Спасись, Евгений! Спасись! Спасись! Нет! Нет! Ха-ха-ха! Есть, хорошо, все нормально, нормально. Вот он, этот момент. О, оно внутри, друзья мои, зарождается. Экстрим! Вот стой ты, блин, на месте! Вот, хорошо! Эп, эп, эп. Есть! Попробуем так, что ли, прыгнуть. Опа-на! Чуть-чуть. Чуть-чуть. Прыжок веры! Идеально! Ну-ка, а что за шарик такой? Что за... Стоп! 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 Мы с вами, друзья, никогда не сдаемся. Мы уже с вами через столько трудностей прошли, что это для нас ничего не стоит уже. Это все потому, что мы с вами геймеры, а настоящие геймеры не пасуют перед трудностями в игре. Так, так, так. Преступность не дремлет, значит. Кто вы? Все в порядке, я из игровой полиции. Хотя, как все в порядке? У тебя парень далеко не все в порядке, ведь ты арестован. Чего? За что? За регулярные надругательства над геймерами. А? Как же долго я пытался тебя прищучить. Я посвятил этому всю свою жизнь. От меня ушла жена, дети. Но теперь я собрал все улики и готов доказать, что ты... Не настоящий геймер. Вы простите, конечно, но это полнейший бред. Посмотрите, у меня весь стол забит геймерской утварью. И у меня игровой комп, и я даже веду игровой канал на YouTube. Ой. Действительно. Извини, парень.
Ошибочка вышла. Кажется, я нюх потерял. Да ладно, ничего, бывает. Да не, все нормально. Я просто... Тебе что, не ходит? Ну все, хватит. Ты хороший. Нет, я просто облажался. Оклеветал настоящего геймера. Ну с кем не... Да любой телетанк, кто посмотрит на тебя, на твой стеллаж с игровыми трофеями, на твой рабочий стол с кучей игрового оборудования, особенно на твой игровой браузер, посмотрит на тебя и скажет: «Вау, этот парень настоящий геймер, ведь у него даже игровой браузер установлен». Попался, сука. Opera GX – первый игровой браузер для настоящих геймеров. В нем есть то, чего вы не найдете ни в каких других браузерах. GX Corner – календарь событий в мире гейминга и технологий. Удобная интеграция с популярными мессенджерами из Twitch. Входи в свою учетную запись прямо с боковой панели и получай уведомления о ваших любимых стримерах. Всплывающее окно видео позволит вам смотреть стримы и одновременно работать или учиться. Также в браузер встроены контроллеры CPU и RAM. Регулируйте потребление процессорных мощностей и скорость интернета. А встроенный VPN позволит вам сохранять приватность и конфиденциальность данных. Простейшая настройка дает тебе возможность настроить интерфейс браузера под себя. Меняй обои, темы и цвета по своему вкусу. Качай браузер Opera GX, если ты настоящий геймер, по моей ссылке в описании прямо сейчас. Даже если ты смотришь с мобильного, кликай, и ссылка на установку придет тебе прямо на почту. Хорошо, здесь мы уже в целом довольно-таки просто забираемся. И также просто упадаем вниз, да? Я же оттягиваю эту штуку на максимум. Всему виной бракованность физики этих игр. Нет четкого понимания механики геймплейской. Что я сказал? Геймплейской механики понимания четкого нет. Понятно? Ну, вот здесь у меня, конечно, большие проблемы всегда. А, смотрите, мы можем еще выше. Мы можем еще выше! Вот! Как мы можем! Я только что понял. Есть четкое понимание игровой механики, понятно? Ха-ха! Есть! Стой! Нет! Я так понимаю, это... Коробка доставляется Почтой России, да? Вот так это происходит. Ага, шутки про Почту России. Но я пойду дальше с этой дурацкой шуткой. Это новая разработка, умные коробки. В ходе долгих исследований работниками Почты России было установлено, что как ты не швыряй коробки, посылка в них не бьется. Соответственно, теперь настал второй этап исследований. Сделать коробки, которые могут сами по всякой, по-моему, по всякой стройке добираться до адресата. Ведь нам не важна коробка, нам важно содержимое. Коробка может претерпеть множество неприятных моментов. Главное, что то, что внутри, должно остаться. И в этой коробке останется внутри человек. Он, конечно же, будет похож на кашу, но все ингредиенты, составляющие человека, останутся внутри. А это самое главное. Есть! 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 Давай! Понеслась! Есть! Пейпе! Встал куда надо. О! Есть! Как выверил! Стой! Стой! Прошу! Нет! Увлекся Евгений своим прогрессом и получил по заслугам. Окей. Блин. Ладно. Да чтоб тебя, сам себя игра. Чтоб тебя круто. В сторону. На холодильник. Ты бы хоть дырки в коробке прорезал, чтобы руки твои могли оттуда вытаскиваться. Ты что ж такой тупой? Я сам на это подписался. Самолично. Никто из вас не просил меня в это играть. Я сам на это подписался. А вы сами на это подписались. Мы все творцы своих собственных бед. Вот нахрена вы подписались, чтобы смотреть это дерьмо? У вас столько времени освободилось. Вы можете изучать что-то полезное. Нет, вы слушаете мои вопли. Человечество обречено, потому что мы все идиоты. Идиоты на стольких уровнях. Посмотрите, это идиот в коробке. Я идиот, который пытается затащить идиота в коробке наверх. Вы идиоты, потому что вы это смотрите. Все мы потратили время впустую. Вот, хорошо, забрался. Стой! Мне почему-то кажется, что эта музыка каким-то, знаете, ультразвуком идет, дополнительным, издает какой-то ультрашум, заставляющий бомбить тебя, который на нервы действует. Потому что иначе я не могу объяснить, как так. Я слышу эту музыку, а бешусь. Все, я уже не могу забраться на выступ. Вот. Ладно.
Здесь все уже выверено и давно познано. Все работает, все изучено. Я обычно что делаю? Туплю. Вот этого теперь делать не нужно. И все будет окей. Для чего этот шарик здесь воздушный? Нафиг его. О! Нет! 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 Опа. Вот! О! Нифига себе! Играючи! Играючи! Играючи просто Евгений это все делает. Легко! Очень легко! Легкотня! Да блин. Все, стой! 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 Бога молю, стой! Все. Хорошо. Вот так. Вот, хорошо, встали. Вот, вот, вот Евгений смог почти что. Мы сейчас с вами спидран замутим, походу. За один выпуск все это сейчас сделаем. Оп, баскетбольная площадка. Мне что-то кажется, какой-то здесь подвох. Стой. А! Ух, баскетбольный мяч. Во, ну-ка. И давайте, пам! Черт! Ну, я попал в свое кольцо, но все-таки попал. О, нет, нет, no. Что это за место? Что это за лестница? От него даже невозможно отскочить. Ты просто скатываешься. Неужели это холодильник? О, нет. No, please, no. Why? Сейчас мы, друзья, быстренько с вами вернемся на исходную. Быстренько вернемся. Вот так. Я, кажется, издал какой-то инопланетный звук. Сейчас все спалят, что я не человек. Да куда ж ты назад-то попер? О, блин, урод. О, смотрите, как быстро забираюсь уже. Кажется, здесь я все освоил уже. О, я же говорил, мы вернемся на исходную. Просто спокойно, не теряем самообладание. Почему ты так не прыгаешь нормально? Не понимаю. Почему не прыгает? У меня же так легко это все получалось. Ну что ж ты? You got them, bitch. Got them, bitch. Ой, bitch. Стой. Маленькими прыжками. Я думаю, можно отсюда допрыгнуть. Конечно, можно. А еще можно вот отсюда. А еще можно вот так. Так. Ой. Хорошо. Неплохо. О-о. Блин, у меня ноги так напрягаются. И можно сейчас поставить на тренажер, и они будут выжимать сотку. Без перерыва. Тысячу раз. Хотя сотку я так могу выжить легко. Аж подперхнулся. Но я не соврал. Я правда могу. Может быть, я и похож на худенького мальчика, но я еще тот качок. Где? Где баскетбольный мячик, я не понял. Он в урну, видимо, туда, да, в трубу залетел. Так что я засчитал себе трехочковый. Он вернулся. Что за магия? Все, я не буду тебя забивать. Стоп! Стоп! Я помню здесь, какое коварство нас поджидает. Да ты, блин... Тихонечко. Смотрите, начинает скатываться. А мы вот так. На ребрышки. Потихонечку заберемся. Опа! Еще один шарик воздушный. Вот так. Ох, нифига я могу. Это я могу. Это я только могу. Стоп. Мне вот это не нравится. Мне не нравится, к чему все идет. Давайте подковыляем аккуратненько. Это обман, скажите мне? Нет. О! Ой. Нет, не хочу. Нет! Да я же не туда прыгаю! Почему ты вверх в потолок прыгаешь? Нет! Нет! Почему? Нет! Урод. Урод в коробке. Возвращаемся обратно. Да! Где? Уп, 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 уп.
Стой! Стой! Блин! Хорошо. Так, есть! Наконец-то! И стой! 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 Чёрт! Забыл, что там нету пола, я забыл, что там подвох, подляночка. И задолбался. Я не могу. Я лицо теряю перед своими подписчиками. Понимаешь, подписчики мои ждут, что я буду добрым, дружелюбным. А мне бесит все. Смотрите на эти жалкие попытки, когда я начинаю скатываться вниз. Я типа ручкой куда-то там цепляю, что-то делаю. Блин, куда ты поехал? Зачем я это начал делать? Да при чем здесь вообще эта вилка? Что это вообще все значит? Если я немножко покривляюсь, из меня говно все выйдет, и я смогу спокойно играть, поэтому буду... Почему? Почему? Что происходит со мной? Запрыгнул. Это коробочка, спасибо. А теперь на тюбик с пилюлями. Все просто, 1000 раз это делали. Нет! Наконец-то я вернулся к машине. Наконец-то! Почему? Почему? Куда ты вылезаешь? Куда ты отталкиваешься, когда не надо? Слюни, просто я сейчас подавлюсь слюнями своими. Нет! Прости, мышка. Срань в коробке сидит. Небось, ухмыляется, сидя в коробке. Я такое говно. Я не дам же ненормально забраться в эту игру. Нет, нет. Может быть, он и прошел Гелен Оверед за 12 минут, но он все еще говно. Как я. Хорошо, что хоть спас себя. Почему так криво прыгнул? Я не понимаю. Почему так слабо прыгнул, когда я вот его трусы я на максимум оттянул и отпустил? Он должен был полететь, как птица, взмыть в воздух, а он просто... Да ты просто можешь запрыгнуть на ракетку! На ракетку Давай! Есть! Давай! Наконец-то! Наконец-то. Чувствую радость. Есть. Правда, есть радость немножко. Нет, сейчас ее не будет. Сейчас она улетучится. Нет! Да нет! Да, блин! Нет! Да чё ты так, сука, такую? Чё ты так отпружиниваешь, говно? Nein. Sieben licht me out, Spickese! Тварь! Оп! Я уже перегорел, я уже не эмоционален совсем. То есть я так, ну да, злюсь, ну да, но не очень. Где-то я опустошился в какой-то момент, я лишился эмоций. Я упустил этот момент, и я не знаю, были ли у меня вообще когда-то эмоции или нет. Да сука, хватит скатываться! Блин! Ты же встал уже, все! Перевесился с жопой на другую сторону. Я обычный... Да за... Почему? Да я же на максимум вот так оттянул! Да что это за прыжок такой? Что это за прыжок? Что происходит? Что происходит? Давай! Да что ты? Ты что ты сказал? Что ты мне сказал про мою маму, урод? Почему он не отталкивается? Это везде работает. Это везде работает. Вот так вот он отталкивается. Даже когда его инерция вниз тащит, он все равно отталкивается во всех других местах, но не здесь. Здесь надо, блин, просирать.
Куда ты скользишь? Их лебеди! А, нет! Да! Я прям по всему ковру вот так. Вот так. Скулю как баба. Вот! Так, давай, Евгений, не засри, не запари это твой шанс. Нормально. Было неплохо. Да господи! Господи. И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я не могу на этом закончить выпуск. Я должен пройти чуть-чуть дальше, чем я прошел тогда, в светлые времена, до эпохи смуты. Ну вот вроде бы как я здесь, но почему он... Ну почему он не цепляется за угол? Он же сопри... Тихо! Давай! Ребят, есть! Наконец-то! Наконец-то! Давай! Да! Есть? Стой, 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 стой! Так! Опа! Опа! Стой! О, май гад! О, май гад! Нам нужно пройти дальше этого, и тогда у нас есть право выйти из игры, чувствуя себя победителями заслуженно. Давай, раз! И все, и ноль. Не надо скатываться вниз, я не хочу! Я не хочу вниз! Да. Ты успокойся, ты. Да почему ты? Блин, почему он скатывает? Ага. Все, 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 все. Смотрите, он скатится. Ему плевать на то, что я сказал. Все. Что это за прыжок, ублюдка? Успокойся, успокойся, успокойся. Нет, не хочет, да? Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. На этом мы можем с вами закончить этот эпизод. Если вам понравилось, то вы знаете, что нужно сделать. Надо накидать лайкос побольше. Пишите комментарии, друзья, хотите ли вы, чтобы я продолжил эту игру. Я лично очень хочу. И обязательно продолжу в следующий раз. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. Жмите кнопку подписаться, жмите колокольчик, включайте все уведомления, потому что их много и все не классные. Вы это не должны пропускать. С вами был Юджин. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, 5 по традиции для всех доску своих. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!